Сегодня трудно представить многоэтажный дом без лифта. Но эти конструкции, как и все прочее, имеют свойство устаревать и ломаться. На помощь жителям приходят программы по капитальному ремонту. 4 новых современных лифта появились в доме номер 5 на улице Ахазова благодаря программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Всего в 2015 году на эти цели запланировано 246 миллионов рублей. Впечатления здесь приятные, потому что я был здесь 1,5 года назад. Люди намного больше возмущались, никакого благоустройства не было. Сейчас облик изменился в пользу жителей. Лифты заменены, идет процедура оформления правоустанавливающих документов. Вот примерно вот дома вот этому виду, этому облику должны соответствовать. А на этот дом, если взять прошлый год и этот год, 8 миллионов рублей бюджетных денег вложено. Кроме этого, жители многоквартирных жилых домов по нашей программе капитального ремонта многоквартирных домов сами, как собственники, вкладывают соответствующие средства. 5 рублей 50 копеек за квадратный метр собственной площади ежемесячно вкладывают жители дома номер 5. Остальные средства добавляют фонд капитального ремонта. Всего же на замену этих лифтов потрачено 4 миллиона 450 тысяч рублей. По конкурсной технической документации у нас было предложение. Лифты, значит, грузоподъемности должны быть не менее 320 килограмм. Подрядная организация «Карачаровский механический завод» предложил 400 килограммовые, значит, грузоподъемностью, высокочастотными приводами дверей, антивандальные, и, значит, кнопки. И все должно быть, в общем-то, предусмотрено для маломобильных групп населения. В общем, двери в лифты расширены вот по исполнению на 5 сантиметров. То есть это все сделано для удобства жителей этого многоквартирного дома. 25 лет – именно такой срок эксплуатации этого лифта. Что касается гарантии, то на само оборудование она действует 1,5 года, а на монтажные работы – 5 лет. Уже на этой неделе жители дома смогут пользоваться новыми лифтами. Всего же планом 2014-2015 годов предусматривалась замена 21 лифта в городе. Эти работы уже выполнены. В первой декаде июня все лифты будут включены. Юлия Важинина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.